Дорогие Господи, всечестные отцы, братья и сестры, в эти святые и особо торжественные дни, когда весь православный мир в праздничном ликовании славит воскресшего Христа, сердечно поздравляю всех вас с Пасхой Божией Спасительной и приветствую вечно живыми словами апостольского благовестия «Христос воскресе!». Благодатью Божией мы вновь сподобились великой милости встретить и в этом году праздник Светлого Христова Воскресения. Всех нас сегодня объединяет торжество Пасхи Господней, озаряющей весь мир немеркнущим светом жизни вечной. По безграничной любви Божией к своему творению Господь Иисус Христос ради нашего спасения стал человеком, пострадал и умер на кресте, чтобы в самом себе уврачевать принятую им, поврежденную грехом, нашу человеческую природу от тления и смерти и воскреснуть для оправдания нашего. Во Христе, как в истинном Боге, Спасителе и Господе, каждый из нас обретает возможность собственного воскресения в жизнь вечную. В этом и состоит победа Христа над смертью. В свете воскресения Христова телесная смерть человека – это не прекращение бытия, не бесследное исчезновение из мира, это переход в иное бессмертное состояние, это продолжение нашей жизни. Именно такую радостную уверенность в вечной жизни с Богом дает нам воскресший Спаситель. Празднуя ныне самое главное событие в истории человечества, мы призваны осознать, что лучшим ответом на божественную любовь будет наше стремление следовать за Христом в устроении своей личной жизни по Его заповедям. Желание очистить свою душу от пагубных страстей, ревностно выполнять свои повседневные обязанности, самоотверженно трудиться на благо своей семьи, ближних и всей страны. Пусть благодать праздника Пасхи войдет в ваши дома, и воскресший Христос Спаситель наполнит ваши сердца любовью, радостью, добром, семейным счастьем и благополучием, дарует вам телесные силы и духовную крепость на многие годы жизни. С праздником всех вас, дорогие отцы, братья и сестры! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!